Доброе утро. На следующей неделе я вижу некоторые астрологические акценты. Самый сильный из них – это соединение Солнца с Нептуном. Нептун символизирует водную стихию, и поэтому и сознание наше будет размыто, и мы будем забывчивы, возможно, сонливы, и поэтому следует проверять и перепроверять все документы, трезво воспринимать обещания и стараться конкретизировать свои формулировки. Что касается отдельных дней, то понедельник и вторник – это дни, когда мы гораздо больше обращаем внимание на наши физические ощущения. Поэтому, если вы не позавтракали и не приняли привычные процедуры, и на работе вам будет сложнее сосредоточиться. Зато, если мы вошли в рабочий режим, то технологии, товароведение, счетные материалы, дело производства – это вопросы, которые будут особенно успешно решаться. Среда и четверг – это дни максимальной контактности, подвижности, поездки, встречи, переговоры назначайте на эти дни. Суббота-воскресенье – это дни очень эмоциональные. И если четверг – это день, когда и на работе, и вечером в свободное время мы будем максимально позитивно настроены и получим удовольствие от общения, то воскресенье – это довольно опасный день. Поэтому будьте внимательны, осторожны, бережны и к себе, и к своим окружающим, и тогда все будет хорошо.